Всем привет! Меня зовут Вадим, и вы на канале «Ютубер в Польше». Сегодня мы с вами проведем краткий видеообзор вакансий за границей на предприятии Valeo. Заработная плата на этом предприятии составляет до 3000 злотых в месяц. Локализация – город Сковина, Польша. На предприятии Valeo требуются сотрудники на постоянную работу. Предприятие является французским производителем оптики, радиаторов и электрооборудования для автотранспорта. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, где вы получите стабильный доход и полный социальный пакет. Предприятие ищет сотрудников на постоянную, несезонную работу. Работа осуществляется на полуавтоматической производственной линии или ручных рабочих местах по производству дворников, двигателей и лопастей для автомобилей. На линии упаковки и покраски с использованием гидравлического пресса, введение данных в компьютер. Работа несложная и не требующая специальных навыков в теплом, комфортном и специально оборудованном производственном помещении. Оформление официальное по условию о праце. Перед трудоустройством вы пройдете обязательный медосмотр, прослушаете лекцию по охране труда. Всем работникам оформляют карту побыт или воеводское приглашение. Выдают новую рабочую одежду. Заработная плата гарантирована от 2300 злотых до 3000 злотых в месяц на руки. Начисляется она следующим образом. Гарантирована ставка 1656 злотых в месяц нетто. Доплата за работу в воскресенье и праздники – 100% от ставки. Доплата за надчасы – 50% от ставки. Доплата за ночную смену – 20% от ставки. Премии за отсутствие прогулов и больничных – 201 злотый в месяц нетто. Доплата при 4-бригадной системе – 201 злотый в месяц нетто. График работы – 3 смены по 8 часов. Также возможен график в 4-бригадной системе. Итак, первая смена с 6 утра до 2 часов дня, вторая смена с 2 часов дня до 10 часов вечера и третья смена с 10 вечера до 6 утра. Если вы желаете заработать больше, то всегда можете взять дополнительные часы. Каждый работник после того, как наберется опыта, может попросить руководителя линии остаться на сверхурочные часы. Выплаты стабильные и без задержек. Зарплата будет поступать на банковскую карту четко до 10 числа каждого месяца. Авансов нет, поэтому на первое время необходимо предусмотреть средства на питание до первой зарплаты. Касательно условий проживания. Все работники живут в удобных коттеджах или квартирах працовничих. Здесь все, что нужно для нормальной, комфортной повседневной жизни. Ванная, стиральная машина, кухня с посудой, холодильником, плитой и микроволновой печью. Есть интернет. Так что без связи вы здесь не останетесь точно. Комнаты на 3-5 человек, есть подушки и одеяло. Стоимость проживания и проезд к месту работы до 100 злотых в месяц. В данном видеообзоре мы с вами увидели только описание самой вакансии, но не охватили такие темы, как куда можно сходить и на что можно посмотреть в городе, в котором находится данное предприятие, достопримечательности города, рекомендуемые работодатели и контакты с ними, а также, возможно, краткий видеообзор самого города. Все это и много другой полезной информации я оставлю для вас в рекомендованных ссылках в описании под видео. А особенно хочу обратиться ко всем тем, кто работал, а возможно еще работает на данном предприятии. Оставьте свой комментарий под видео, чтобы люди, которые в данный момент времени, возможно, собираются ехать на эту вакансию, приняли взвешенное решение благодаря вашему комментарию. Напишите, какая сейчас реальная ставка заработной платы на текущий момент времени? От какой агенции вы работали или работаете? И можете оставить контакты, если рекомендуете данную агенцию. И так далее. Уверен, что большинство людей, которых интересует данное предприятие, будут очень вам благодарны за ваш комментарий, и я в их числе.
Увидимся в следующем обзоре.